Практически во всех сферах жизни современный человек хочет получить то, что подходит именно ему. Из множества товаров и услуг мы стремимся выбрать те, которые в наибольшей степени учитывают наши персональные потребности и особенности. Разумеется, когда речь идет о здоровье, а в частности о коррекции зрения, такой подход просто необходим. О персонализированной лазерной коррекции зрения нам рассказали в офтальмологической клинике. Как и любой неидеальной оптической системе, нашему глазу свойственны оптические дефекты, аберрации или искажения. Даже при хорошей остроте зрения человек может видеть ореолы вокруг светящихся объектов, иметь двоение и плохое сумеречное зрение. Такие искажения порой доставляют серьезный дискомфорт, и обычная лазерная коррекция справится с ними не в силах. Именно в этих случаях ситуацию может исправить персонализированная коррекция Custom View. Для проведения этой процедуры только эксимерного лазера недостаточно. Клиника должна быть оснащена специальным анализатором волнового фронта – аберрометром. Он выполняет сканирование глаза, анализирует все имеющиеся в оптической системе искажения и моделирует такую форму роговицы, которая полностью компенсирует все имеющиеся ошибки. Данные, полученные с помощью аберрометра, уникальны для каждого пациента, как отпечатки пальцев, поэтому коррекцию называют персонализированной. Сейчас мы не просто исправляем близорукость, дальнозоркость и астигматизм, тем самым избавляя человека от очков и контактных линз. Цель современной коррекции – максимальные показатели по многим параметрам – яркость, четкость, контрастность, зрение в условиях ограниченной освещенности. Персонализированная коррекция позволяет учесть все особенности зрительной системы каждого пациента, а значит добиться наилучшего результата. Персонализированная коррекция зрения Custom View – это прекрасный пример того, как реализуется индивидуальный подход на практике. В процессе исправления зрения учитываются абсолютно все особенности оптической системы глаза, а искажения, влияющие на качество зрения, компенсируются.